Здравствуйте, Даша. Это видео про ваш переходник с одуванчиком. Вот он, ваш переходничок. Одуванчик установлен. Сейчас я вам его продемонстрирую в работе. Совмещаем средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Очень аккуратненько, мягко вставляем. Поджимаем чуть внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагму от 1,7 до 16. Как видите, тоже такая же камера, как ваша, D70. Переходники Pixco очень неплохие. Вот, научитесь сначала вставлять аккуратно и вынимать переходник с одуванчиком, потом накручивайте объектив. К сожалению, красная точка на этих переходниках расположена не совсем правильно, поэтому ориентируйтесь на нее, но лучше, как я еще раз вам покажу, совмещаем средний контакт одуванчика с белой точечкой. Очень аккуратненько. Повернули, все. Выставили диафрагму на камере. Такую же выставили на объективе. И можно снимать. Камеру ставим в режим AFS. В этом режиме будет подтверждение фокусировки, выбор в точке фокусировки, блокировка затвора до момента появления снимка. Сейчас я упакую ваш переходничок и отправлю. Спасибо за внимание.